Доброе утро. Напоминаю, сегодня понедельник, 2 ноября, и завтра по всей стране, напомню, пройдет акция под названием «Ночь искусств». В этом году она проходит под глобальным лозунгом «Искусство объединяет». И на многих площадках в нашем городе эта «Ночь искусств» пройдет тоже. Программа обширная и увлекательная. И что приготовила нам художественная галерея, расскажет Евгения Шабурова прямо сейчас. Доброе утро. Доброе утро. Итак, «Искусство объединяет» — главная тема. Как отражается это все в вашей «Ночи искусств»? Мы попытаемся затронуть очень важные темы, порассуждать в этот вечер о том, что объединяет людей, которые живут на разных континентах, которые разного вероисповедания, политических убеждений. Что может их объединять? Музыка, книги, любовь к природе, к традициям. И мы будем говорить о том, что люди объединяются не только в каких-то радостных моментах жизни, но и в сложных периодах, например, как война. О том, что людей объединяет стремление выжить, вернуться домой, увидеть счастливые лица своих родных и забыть весь ужас разрушений военных. И об этом будут рассказывать наши три основных проекта временной выставки. Первое – это выставка под названием «Семь миров, одна война». Она посвящена нашим городам-побратимам Перми. И это, можно сказать, это выставка-инсталляция. И главный объект рассказывает о очень известная фотография, иллюстрирующая жизнь Пермского моторного завода, где сидят детишки за огромным столом с банками варенья, которые им вручили за то, что они доблестно наравне со взрослыми работают на благо фронта. То есть это такой важный период в истории нашего города. Экскурсию по этой выставке проведет куратор ее Владимир Береснев. Второй проект, связанный с темой войны, выставка открылась буквально несколько дней назад. Это французский художник-экспрессионист, участник Великой мировой войны Ги де Монлор. Он впервые представлен в России, и рассказчиком о судьбе художника, непростой судьбе, выступит его сын Жорж де Монлор. То есть это такое очень важное событие в галерее. И третий выставочный проект, вокруг которого тоже будет выстраиваться программа, это книга «Художник». Книга тоже является таким объединяющим звеном. Книга на века, есть такое выражение. И здесь мы представим книгу как содружество двух очень важных компонентов. Это писатель и иллюстратор. Там будут представлены как древние книги рукописные, и так современные, в том числе и детские, естественно, и также наше известное Пермское книжное издательство. То есть все иллюстрации практически нам знакомы с детства, ну и известны нам. А вот эти экскурсии, которые вы сказали, будут проходить, они будут в течение всей ночи проходить несколько раз или один раз старт, если да, то во сколько? По одному разу с 5 вечера до 10 вечера. То есть это такая одна длинная пятичасовая одна история, да. И, конечно, мы не забываем про детишек. Как всегда у нас действует такая творческая лаборатория, где можно оставить своего ребенка и спокойно пойти послушать экскурсии и лекции. Также мы в 5 часов вечера приглашаем детишек пройти с нами игровую экскурсию, организованную в рамках игры «На старт внимания марш». И второй интересный мастер-класс для детишек, который вот мы буквально первый раз запускаем, да, называется «Кухонный абстракционизм». Да. Там детишки смогут узнать не только творчество интересных художников, которых причисляют как абстракционистам, но и попробовать себя в роли художника и узнать, что для того, чтобы создавать картину, не обязательно делать ее, например, рисовать ее кистью и красками традиционными. То есть в ход пойдет все, что угодно, от вилок, полиэтиленовых пакетов, крыш, от бутылок и всего прочего. То есть скучно не будет точно, и было бы здорово, если к этим мастер-классам я бы, например, на кухонный абстракционизм с удовольствием пришла сама. Я думаю, что мы сможем вас пригласить. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти и поделиться этой важной информацией. Старт в 5 часов вечера. 5 часов вечера. Еще раз спасибо. Будем надеяться, что искусство вдохновит. Спасибо.